выехали на очередную рыбалочку. Немножко вещей с собой взяли, совсем чуть-чуть. Вот. Поедем сейчас с ночевочкой. Палатку поставим, основной шмортюк выгрузим. Потом, боюсь, мы так два кто-нибудь. Вот. И все, и начнем рыбачить. Мы на Оке. Так, ну что, вроде местечко нашли. Сейчас все это барахло разгрузим, поставим палатку и на рыбалочку. Место вроде неплохое. Все, давай. В сумке у тебя ничего ценного такого нет, да? Вот отсюда заходило, все нормально. Супер. Наш домик готов. Нравится мне палаточка, она маленькая, а в то же время большая. Так, дед все по-красивому пошел. Бандос у него. Давай, давай, бери, бери. А я вот этого возьму. Не нахуй. Так, дед выбрал себе оригинального бандита. Красивого. Я поставил Кристал Миноу, который на Ахтубе. В обзоре показывал, здесь покоцанный. Свал на 5,6. Дальше будет еще свал потом. Предполагаемый хищник. Вот я поймал на трон, если не багр, просто повисло на самом деле. Рывки очень-очень хорошие такие, приятные. Без удара, без ничего. Так, давай, подсак. Оставь, оставь, оставь. Щука, и хорошая щука. Это не багр. Ой, хорошая щука.
Ой, хороший какая, ё-моё. Так, на трон. Вытянуло. Вот такой трон, как на Ахтубе мне тоже делал рыбалки. Вот здесь он сейчас вот тоже отработал по щуке. Повисло, просто повисло, без всякого удара, без ничего. Сначала даже испугался, думал, багр. Нет, все по-честному. Там сейчас коряшка будет поаккуратнее. На троллях мы больше так ничего и не поймали. Немного еще походив, мы решаем побросать бублерочки. Половить окуня, судачка или щучку. На глубине где-то 2 с лишним метра. Отдай мой бублер. Да, конечно. Бублер. За 600, или за 700, или за 800, не помню. За 1000, короче. Отдай. Вот это вот специально так не закажешь. Без лесочки. Просто раз, аккуратненько. Можно сказать, в ротик. Джиголовочку достал, да. Вот так вот. Да, этой мандали, походу, лет, наверное, лет 100. Стал я вся в лодке мусор собирать. Ладно, сейчас стая щуки придет. И все на трешку. Рыбалка была трудовая. Да и место на самом деле было сильно, не то что закоряжено, но камушки давали о себе знать. Довольно-таки частенько воблер цеплялся за камни, между камней, непонятно за что. Чаще всего приманку удавалось спасти, но ловить было все же не очень комфортно. Но место зато довольно-таки уловистое. Здесь всегда стоит окунь. Это резинка, что ли? Аккуратно сейчас так может выстрелить, блин. Осторожно, осторожно. Где моя рыба? Рыба. На хардкор, на ультралайт. Что-то не крупное. Окунёк, наверное. Окунёк. Смотри, какой. Ух, как хорошо на лайт. Ать, как хорошо. Давай, на своде, убегай. Вот как хорошо. Выплёвывай. Каждый раз, делая заброс в данном месте, я прямо ждал, что вублер или зацепится, или будет долгожданная окуневая поклевка. Кстати, друзья мои, данная приманка
обладает очень хорошими полетными характеристиками. Ловить в заброс данной приманкой очень приятно. Рабочая глубина где-то в районе 1,5–2 метров. Блять, что там такое-то? Понять не могу. Место реально очень сложное, и вубер постоянно куда-то встревал. Сколько же здесь в оке-то, блин, всякого говна-то, блин. О, вот эти, да, вообще, наверное, убийцы будут. Видишь, я даже сам красил там, видишь, что? Спинку им, это маркером все рисовал. Он был чисто желтый. Да, вот, можно продавать такой. Дно тыкается, я делаю паузу. Но его опять зацепил. Как же я обожаю ультралайт, а? Даже дрыща, когда тащишь, столько эмоций. Еще один горбатый. Давай поиграем. Такой вот. Хорошенький, смотри. Захватил. А, нет. Нет. За краешек берет. Я чуть, наверное, удочку поймал. Сколько же здесь лесок всяких, а ёперный театр. Поролоночка, блин. Хоть бы золотая ложка была бы. Опять монофил. А, монофил с плетенкой. Это флюорокарбоновый поводок, наверное. Рыба, ты где? Смотри, выключили вообще, блин. Что это там, два всего было, что ли?